И еще о безопасности. За детьми в детсадах предлагают следить в онлайн-режиме. С такой инициативой выступил председатель комитета по правовой статистике Генпрокуратуры Багдат Мусин. Он выразил надежду на то, что акиматы и Министерство образования решат этот вопрос. И в министерстве на инициативу уже отреагировали. В последнее время у нас жалоб со стороны родителей на какие-то неправомерные действия воспитателей. Таких не было. В то же время не было со стороны дошкольных организаций какой-то инициативы, что необходимо их оснащать камерами видеонаблюдения или турникетами для обеспечения безопасности. С этой инициативой частные лица должны обращаться в местные исполнительные органы.